Чует моя душа, СВО может закончиться где-то в районе Северного Кавказа. Сколько складов, арсеналов уничтожит враг? По каким городам России ударит враг? Предсказать невозможно. Войск не хватает, почитайте филологов в засаде, даже раненых сейчас, недолеченных, наши кидают на фронт, это страшная проблема. То есть сейчас идет борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть и увидеть, что выиграть не может. Вот сейчас все уже так или иначе говорят о перемирии, да?